С каждым днем парк преображается, как по мановению волшебной палочки. Скверик становится все больше и больше похож на царство Снежной Королевы. С одной стороны виднеются ледяные фигуры, с другой – настоящий трон Деда Мороза. Всю эту красоту возводят нефтехимики. Мы в данный момент мы уже довершаем стройку ледяных фигур. Горку завершили уже, вот сейчас осталось освещение. Интересно, что все заводы-предприятия принимают участие в оформлении парка. С каждого подразделения компании сюда приезжают рабочие и возводят ледяные статуи. Специалисты завода стирола и полиэфирных смол порадуют горожан скульптурами мышонка и, конечно, цыпленка, символом наступающего года. Нас отправили с завода, тут художница вот наша, ну, я и резчик. Эти фигуры изготовлены из снега, потом покрашены, вот такие красавцы у нас. Все остальные декорации выполнены изо льда. Их привозят с озера, вырезают, шлифуют, а затем строят горки и вот такие тарелочки для детей. Все приготовления начались в начале декабря. Как говорят нефтехимики, погода в этом году выдалась удачная. В морозы работать даже проще, материал не тает. В парке будет работать и каток. Если нет коньков, не составит труда взять их в аренду по самым доступным ценам. Обзавестись также можно лыжами, санками и ледянками. Официальное открытие парка состоится 29 декабря в 18:00.